Вспомнила слова. Давай! Ого! Просто потрясающе. Это Настя Кармишина. Ей 9 лет. Сейчас важный момент ответственный. Вот это да! Вау! Вау! Умница! Нет, слушайте, мое материнское сердце, оно сейчас обтекает бальзамом. Ничего себе! Это она по-своему спела, такого не мне. Но это талант. Мне кажется, мне она нужна. Ничего себе, я таких нот не беру. Ну еще как. Все, пошли сексуальные движения. Я запоминаю. Не, ну очень круто. Нет, движение просто. Я запоминаю. На словах нужен мне, она делает так. Но очень круто. Тут и крупные планы, и дальние, и танцы. Ну, то есть все очень профессионально снято прям. Серьезная съемка. Но движение просто огонь. На словом тянет, она опять сделала так. Нас не будет смотреть дети? Не, ну что, с голосом вообще все в порядке. Супер. Слезы мешают говорить. Ну, мне нравится. Это очень душевно. Только она слова подглядывает. Ну, их там много, я тоже подглядывала долго. Просто. Гитарист разошелся вообще просто. Надо сделать такую версию тоже. Под гитарку. Биться. Ну, я так скажу. Я скажу, что вот хочется уже развития. Ну, хочется вот какого-то надрыва, да, какой-нибудь такой вот верхней ноты. Вот ровненько, ровненько. Очень, очень мило. Слушайте, мы должны это посмотреть вместе с вами. Я просто это уже видела, но это потрясающе. Просто есть одна девушка. Давайте смотреть. Ее зовут Вероника Воршип. Это не она, это я. В этом видео мы проанализируем, как поет Полина Гагарина. Хотите научиться петь, как Полина Гагарина? Какие техники она использует и куда она направляет звук, чтобы так эффектно петь высокие ноты в своих. Часто мы все и узнаем. Я лежала просто, честно, на лопатках. Лидер вокального обучения и эксклюзивный дизайнер вокала Вероника Воршип представляет. Та-да-да-да! Вероника Воршип сейчас расскажет вам. На примере вокального дизайна ее песен «Выше головы» и «Обезоружена» мы разберем, как она поет. Это я пою на прямом эфире радио. Сейчас меня будут разбирать по косточкам. Она использует носовой тванг. Понятно. Оказывается, я пела-пела всю жизнь. Некого винить за нелюбовь. На слове нелюбовь. И тут Вероника Воршип раскрыла мой секрет. Оказывается, я пою носовым твангом. Я не знаю, что это такое, друзья, но я им пою. Надо позвонить своему педагогу по вокалу. Нелюбовь. То есть это она сейчас спела. Нелюбовь. Ей почему-то кажется, что я пою так. Окей. Носовой тванг – это пение с слышимым носовым звуком, где нос имеет такой специфический звон. Обожаю.
Вероника Воршип. Просто класс. Я просто позвоню Наталье Зиновне и скажу, что Наталья Зиновна, оказывается, вы меня научили петь носовым твангом. Вот. И теперь Вероника Воршип раскрыла наш секрет. Как она могла? У видео 191 тысяча просмотров. Хорошо, не миллион. Ну вот. У нее очень красивые окончания фраз. Они такие летящие и с очень интересным вибрато. Да, мне нравится. Ну, ноту верхнюю она, конечно, она себя пожалела. Надо не жалеть, тебе надо прям наотмашь ее. Понимаете, это же крик души. Останови! Вот так вот музыку. А она так легенько. Надо как Катерин. Катерин, надо в полную мощь. Драмы больше нет. Ну что, интересный тейлор. Класс. Тут надо потише петь. Страдать. Еще больше страдай. Еще. Не стала брать верхнюю ноту. Я ее ждала, Маша. Но, видимо, ей больше всего нравится мы. Мы. Нет. В этом звуке особенная драма. Слушайте, у Саши Капустиной просмотров больше, чем у меня в Инстаграме. 1 764 825 просмотров. Ха. Не слышал. Ну, это серьезно. Умница. Тут вот проживание есть, понимаете? Сразу цепляет. Не дай бог Саша спает лучше меня. Я нервничаю. Но уже лучше, блин. Что делать? Может, не будем дослушивать? Молодежь дышит в затылок. Что сказать? Наступает на пятки. Ну, давай, Саша. Чтобы вы понимали, да, у Саши Капустиной есть клип на эту песню, у меня нет. Надо срочно сделать. Сейчас пойдем снимать. Это не дело. Да. Я спела бы дуэтом с Сашей Капустиной. Саша Капустина, позвони мне. Умница. Умница. Талант, голос, харизма, молодость.